Неймар. Ну, я слежу за вратарями. Мне нравится игра Эдерсона, Алисона. Ну, а так прям любимого игрока у меня нет. Ну, Роналдо нравится. Криштиану. Ну, давайте Канте. Жизнь. Не знаю, возможно, Гвардиола. Не знаю. У всех разный подход и разное мышление, не знаю даже. Алекс Фергюсон. Хави. Барса. Ну, в последнее время мне нравится, как играет Манчестер Сити, Ливерпуль. Вообще, ну, я с детства болею за Реал Мадрид и за Спартак. Реал. Ну да, пусть будет СБГ, питерский «Зенит». 16-й. Ну, я не знаю, свободный был, мне понравился. 27-й. Просто красивые числа, мне нравится очень. 7-й, мой первый номер. У меня за 3 года было разных 3 номера. Не знаю, давайте пусть будет 5-й. Не знаю, просто цифра 5 нравится. В школе 5-ки, наверное, каждый получал. 5 – это круто. Мама всегда говорила, почему не 5? Как получится. Всегда по-разному. Вообще вот это вот мое. Какие-то непонятные эмоции от счастья. Не знаю, просто обняла бы команду, не знаю. Ну, я целую кулак, показываю так наверх. Это дань уважения моему покойному крестному. Всегда по-разному. Я их не праздную, я не забиваю. Не знаю, наверное, если бы это был домашний матч на смене, то, наверное, я бы пробежала возле трибун и заткнула бы уши всем. Удар по воротам. Удар по воротам нравится. Да и вообще все нравится. Удары. Квадрат, но не в отборе. Бег без мяча. Тренажерка. Модели. Квадрат в отборе. Скорость. Длинная передача. Не знаю, пусть будет сила духа, конечно. Можно следующий вопрос? Удары. Левую ногу. Да, совершенству нет предела. Можно вообще над всем работать. Над выходами, над... не знаю, один на один удары, удары с углов. Удар головой. Поработать над приемом мяча и точностью паса. Забиваю гол. Когда отражаю очень сложный удар. Когда чисто идешь в подкат. Кого-нибудь между ног кинуть хорошо. И при этом еще отдать точнику передачу, которая разовьется в атаку и может закончиться каким-нибудь голевым моментом. Ну, играть в Европе, да, мне хочется. Желательно в какой-нибудь Испании, в Барселоне. Да. Выиграть Лигу чемпионов. Заиграть на топ-уровне. Ну, мечта. Мечта – это что-то яркое. То давайте, играть в Европе, наверное. Вот, все.